Инвалидка, останавливай свою. Что за кипиш? А? Считай до трех. Такой звездочка лежит. По звёздам. Получается в сборе, да? Фига ты Дигл закладываешь. Что когда спиздил Вате семерку? Ты меня разглядываешь? Всего лишь мы массаж простаты делаем. Попочки свиданица. Ты же мокренькая. За жопу только я первую щипаю. С Адамом и Ева, я что-то не хочу. О, привет, друг. Это что получается, ты попал на вторую серию по пикапу девушек в МТА? И все-таки к развязке, что же случилось? Я думал, ты сегодня не зайдешь, красавчик просто, поблагодарил. Как вы поняли, сейчас будет вторая серия продолжения нашего мини-сериала на Радмире. Также хотел вам напомнить, что смотрите, это просто на максимальном позитиве и сарказмом, здесь ничего серьезного нет. Если вы сейчас не понимаете, о чем я вообще разговариваю с вами, ссылочка в описании будет на первую серию, как это все появилось, как это все началось. Перед тем, как вы посмотрите вторую серию, обязательно посмотрите первую, потому что вы тогда ничего не поймете. А так давайте в пару картинках посмотрим, что же было в первой серии. Глубже, глубже, глубже. Так он пока выигрывает. Ну, считай, ты уже моя. Ого. Сейчас в тему драться. Пусть я там через пару часиков смастить. Девушка-то опасная, но я запрещенная тоже люблю. Поробенный был мужик, он нахуй увертел шашлык. Я так сразу не даю. Я тебе просто на нас обеспится. Чё за кто, блядь? Чё, ты хочешь уже напоить меня? Ты готов? Меня обеспечивать всю жизнь. Цыгане украли невесту, подожди. Также хотел бы вас максимально попросить поддержки под это и предыдущей серии, ведь я очень старался, материала очень много, монтировал пару дней. Мне будет очень приятно, если вы напишите любой комментарий и поставите лайк данному ролику. Ну и, конечно, подпишитесь на канал. Можно сказать, что этот ролик намного кринжовее и угарнее, чем первый. Здесь такая еще подходящая музыка играет. Клячу свою останавливай, цыган. Инвалидка, останавливай свою. Так, по-бурому убираем хорик. Так, и дигл. Один раз, ушел, раз. Слоктял, раз. Так, не понял, это что такое? Что, меня краш? А, да, заебись. Говорю, спас тебя от цыганов. Они не едут. Кто, цыган? Тоби пиздец. Ну тут тоби пизда, я поехал. А я, мне похуй, я не боюсь. Шо за кипиш? А? Все, пацаны, уже рамсы попутали или чё, бля? Глушим автомобиль, выходим, поднимаем руки и выходим из автомобиля. В противном случае мы открываем огонь на поражение. А, они, короче, грабители. Ясно все. Не, мы не грабители. Мы за тобой приехали. Считай до трех. Раз, два, три. Чё, бронированный у тебя или чё? Такой звездочка лежит. Короче, как-то выманить вот этого водилу. Я такого костюма просто не видел, интересно посмотреть. Бля, если ты это смотришь, Бруга, это красавчик просто. Он вышел. Вот. Всё, вышел. Позвёл. Салам-балам-балам. Опять цыгане где? Получается в сборе, да? Я поем. Фига ты Дигл закладываешь. Это так съедобность. Тортик чистый. Да, конечно. Хочешь тоже такой тортик? Да. Не хочу. Че, не любишь? Нет. Че, любишь? Блять, заебал. Не знаю. В смысле, не знаю, могла сказать меня, например. Хотят от меня шоу. Все хотят и дам им шоу. Для брейдов. Че-то когда спиздил в бате семерку. Блять, я испугался. Это просто голос кастрированного кота. Чё, как дела? Пока не родила. А тебе это не надо. Пошли присядем на лавочку, Шваль. Не, я так не хочу. Чё ещё будет, мне интересно просто. Ты меня разглядываешь? Маска охуенная. Охуенная. Знаете, второй подарочек. Чё ты сегодня разговорчивый? Что устал, Шваль? Чё делал? Там своё. Ты чё пришёл, блядь? Пора устранить конкурента, Димон, блядь. Блядь, я зараз возьму фуловый дигл, блядь, зараз заблюстяшь его, заебал меня. Вот это уложил, конечно. Видел? Так, ладно.
Чё ты говорил? Я говорил. Ой, Саня, а это... Эй, да шо у нас тут сухари? Он споткнулся. Споткнулся, упал, разбился. Всего лишь мым, Саш простаты делает. Всё нормально, это вор, он хотел вон, в моей девушке сумочку украсть. Потом начал бежать. Кого? Девушки? Кто это сказал? Ты что-то попутал, это твоя жена. А, сори, да, жена. Бля, мы вчера в церковь ездили, ты чё? Он, короче, сумочку хотел украсть, я начал бежать за ним, он споткнулся, упал и умер. Это моя жена. Да, блядь, чья я уже, я заколебался это слушать. Это вообще-то дед, он умер 2 дня назад и воскрес какого-то фига. Это Алёне точно можно. Алёна? Ты давай не зарекайся. Почему ты в костюме этого... Это моя личная смерть. Так я смерть, ебать. У меня, короче... Ты что, не видишь, он споткнулся и... Ты только по-тихому, короче. У меня просто тетрадь смерти есть, а вот этот он за мной ходит. Ты типа из Гарри Поттера, что ли? Нет. Не-не-не. Ты не смотрела тетрадь смерти? Нет. Бля, жаль. Анимешник. Фу! Он анимешник? Серьезно? Да, это аниме. Тетрадь смерти. Пизда был. Ясно, всё. Тут чисто нужно давить и выходить из машины. Ой. Тут бит пизда. Саня, ты, конечно, ничего не видел. Закрой глаза, Саня. У меня хп нету. У меня хп нету. Давайте дам. Давайте дам. Давай. А чё ты мне дашь? Чё хочешь? А, всё, уже не надо. Спасибо, Саш. Спасибо, Саш. Ну, видишь, Лёха. Живи. Блин, смешно. Тогда я сделаю это штучное дыхание. Подожди, блядь. Искусственное. Искусственное штучное, блядь. Мы, кстати, так и не договорили. О чем? А, что ты делал-то? Так по делам. Весь день мотался. Ездил по городу такое. Понятно, понятно. А ты чем занималась? Ты ничего, я дома сидела, вот только ночью вышла. На часочек. Да, пришла. Опачки, свиданица. Да-да. Но здесь неинтересно. Ну, там качалочка есть, прикольно. Качаюсь. Типа кубики, все дела. Ты так и не рассказала о своей собаке. А, Йорк мини. До этого была немецкая овчарка. Что ты так убежала? Блин, просто у нас подслушивает. А, вот тут? Вон Лёха, да. Сейчас, подожди. Блядь, вот он опять. Сейчас, подожди, я порешаю. Бля, братан, можешь здесь не ездить, как бы? Минут 5-10. Ну по-братски еще уедешь будешь вообще. Братан, братан, братишка просто. Я тебе на бензин если еще накину потом. Я думаю, ты не с тупых все понял, давай. А что ты мне сказал? Так, поговорили. Ну ладно. Короче, что я тогда смотрел? Смотрел на твои глаза. Очень красивые. И что ты там увидел? Ага. Хочу сказать, что ты мне еще понравилась с первого взгляда, блядь. Ага. Санек, сука. Блядь, все мне не без урода отвечаю. Эх, блядь. Почему мне так смешно? Подожди, это мне показалось или что? Где? Это вот где-то вот на маске, где-то что-то грязное. Понятно. Бог любит троица, 2-3 раз. Капец, такой пикапер. Идишь ты сюда! Отвечаю, первый раз таких встречаю. Я ж покраснел, тоже мокренькая. Я не знаю, после таких моментов делать. Я всегда брал, ехал сразу на квартиру. Да ты посмотри на него. Саня просто хотел сказать, наверное, третий не лишний. Хочешь и молчишь? Давай вот тут фонаря. Так романтичней. Начинай. Смотри в мои зеленые глаза. Они только для тебя. С 7 миллиардов губ нужны только твои 2. Ну все, я польщена. Всё, надо замуж, надо брать. О. Так, ну на жопу руки нельзя, ну ты что? Не сразу ковбой. Я не такая. За жопу только я первый щипаю. Просто романтика уровень GTA, пацан. Честно, блять. Прощальный поцелуй был. Умрем в один день. Блин. Это не хочу, как было с Адамом и Евой, что-то не хочу. Ты, кстати, не проголодалась? Нет. Вот заебись, значит, не будем ехать в ресторан и тратить кучу бабок.
Nice. Ставь лайк, если за их судьбу переживал больше, чем за свою. Вот такой, в принципе, видос вышел, пацаны. Я надеюсь, вам очень понравился. Я буду ждать максимальной поддержки от вас. Это комментарий, лайк и подписка на канал. Вам очень легко, а мне очень приятно. Если вы хотите еще какой-то интересный контент с этой девушкой, пишите в комментариях, что-то намутим. Мой промокод на сервере при регистрации в описании. Ну вот и казочки конец. А кто слушал...